Что, людей нет, что ли, с нами? Есть двое, они упали около нас, вот сюда, не знаю, покажется или нет. Подо мной, короче, есть двое. Вот прям подо мной. Насколько много тут людей? Такое ощущение, что там война ботов какая-то идет. Ой-ой-ой, какая там перестрелочка вкусненькая. Прям вот хочется поужать. А, тебя что, убили? Йоу, ты даже не заметил. Привет, Здорово. Зараз, блядь. О, это да. Привет, Тимурыч. Привет, дружище. Добей его, добей его. Добей его. Хорош. Фу, аж это, аж страшно стало. Бежал такой, бежал, прибежал ко мне. О, калаш. Это еще бот, что ли? Давай спокойно, давай, Карл. Так, стоп, это еще был. Лучше подойди ближе, стреляй. Он наглушится. Вон, к ним еще гость бежит. Как бы шаг просто. Ого. Кто был или я? Пока нет. Это что-то было. Это что такое было вообще? Вы что, офигели? Офигевшая, а? Увидели, что произошло только что? Меня кто-то пытался гранаты подорвать. Ой, я в открытую сижу. Ой, жопа. Рассел, ты меня ругать не будешь, если я проиграю? Не, играй. У меня такая открытая позиция, я просто в шоке. Для меня это наоборот лучше будет, потому что заново начнем другую. Нет, просто меня там гранатами сверху закидали, и я их не вижу, куда они делись. Не, нормально, играй, как считаешь, ну. Ребят, вот так приятно, что вы реально ночью в таком большом количестве заходите, это очень приятно. 10-12 человек для меня это хорошо, то есть у нас такой... ламповый стрим, что ли, получается. Как-то вот так можно сказать, да. Приятно, спасибо большое вам. Не устаю это говорить, да. И за лайки спасибо огромное, за вашу поддержку, за вашу... Видал, да? Видал сосун. Ты бы, наверное, его расстрелял бы уже. По-любому расстрелял бы его. Не смог бы я удержаться. Чуть правее.
Ну, давай ко мне. Нифига не ко мне. Блин. Это фигово. Надо в дом зайти аккуратно. Правый, правый, правый дом. Да, я знаю, еще правее. Пока стреляются, беги. Дальше, еще дальше, дальше, дальше. Пропусти эту дом. Посмотрим по зоне, что у них еще. А этот калаш, чё он вообще? Обычный калаш. Урон хороший, да, у него? Главное поджидать. Беги в зону. Хилься, оставь хилься, у тебя спина и еще зону надо идти. Беги в зону быстрее. Под тобой, лево, сзади. Вот. А что он глюкнул или что? Чего он стоял так? Ты видел? Да. Лёл, что это было вообще? Зомби хренов, вы видели это? Что за фигня была? Что за... Ерунда, так надо эту катку сохранить будет по-любому.